Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Банча Калпатару Вашаки Пасинду Бевачу Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайта Гирим Джатки Патам Аханга Банди Парама Ананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудира Шанкиртане Кришна Катхо Пудеша Гаурия Патрасша Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Тиртаспадам сива виринчанутам сараньям Бхиттатихам панатапалливхаваддипутам Банде Махапурусате чарунаравиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Биспуриджитакимапигабавадушвадарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакитам Караши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhatu Шанкиртаной капитару камала ютакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде жагат прия кару Каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Рама Хари Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангва Мада Пахарам Бараноси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджаша Бадане Лакшмир Джашача Бхакшаси Джасьясте хиде самбихид Твам нишингамахам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Ахам Аппитарта Канара Нишинишаяна Нана Манурата Дия Кшана Бхагана Нидра
Дайва Ахатарта Рачана Рисайо Йопи Дева Джишмат Прашанга Бимуха Юха Сансаранти Джишмат Прашанга Бимуха Юха Сансаранти Ахам Напти Татта Карана Нишинишаяна Нана Манурата Дхия Кшана Бхагана Нидра Дайва Ахатарта Рачана Рисайо Йопи Дева Джишмат Прашанга Бимуха Юха Сансаранти Джишмат Прашанга Бимуха Юха Сансаранти Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал что в материальном мире полно проблем, разных проблем. Повсюду бесчисленные проблемы. Они появляются в нашей жизни в соответствии с нашей кармой. Бхагаван не ответственен за это. И те ужасные проблемы, с которыми вы можете сталкиваться, заставляют вас понять, что жизнь нестабильна, она может оборваться в любой момент. Когда мы начинаем испытывать проблемы, мы начинаем задаваться вопросом, почему я претерпеваю такие страдания, что я сделал неправильно. Таким образом, проблемы — это хорошо. Они способствуют тому, чтобы я понял, что жизнь бренна, что она в действительности безнадежна. Тем не менее, надежда есть всегда, потому что мы можем совершать хари-бхаджан. Прабхупада объясняет, что в сварупе джива не заложена самсара. Лишь по устройству Майя Деви джива приходит в этот мир в соответствии со своей кармой, с плодами своей кармы. Мы приходим сюда, и для нас это чужая земля. По сути, мы не должны быть здесь. Тем не менее, мы приходим. Приходим ради лечения. Это тюрьма. Махамая Дурга лечит тут нас. Разного рода лечения применяется к пациентам, к заключенным. У кого-то умирают дети, у кого-то умирает отец. Кто-то обманывает меня. Кого-то обманывают. Так делается все, чтобы я понял, что жизнь моя ужасна. И когда я то есть нужно понимать, что этот мир — это тюрьма, где Махамая лечит заключенных в ней людей. И все эти наказания хороши для нас. Если бы мы делали что-то неправильное, что-то плохое, и в то же время не получали никаких наказаний, мы бы продолжали заниматься этой нечестивой, неблагоприятной деятельностью. Если мы сможем освободить одну обусловленную душу из темницы Майи, из тюрьмы Майи, это большая удача. В этом мире бесчисленное количество джив, и никто из них не обращает внимание на гуру вайшнавов и лишь избранные, лишь некоторые. Итак, если мы можем освободить кого-то из этих обусловленных душ, это
очень и очень важное служение. Его нельзя даже сравнить, как говорит Прабхупад, с строительством тысячи больниц, школ, университетов. Ни с какой благотворительной деятельностью нельзя сравнить такую севу. Можно возразить, что ведь тысяча больниц — это так, такая помощь общества. Да, но это временная помощь. Даже если вы способствуете получению образования детей, это временное благо для них. В тот момент, когда вы родились, вы уже были обусловлены. Получив образование, вы начинаете заниматься политикой и делать разные нечестивые дела. И еще больше вы связываете веревки на себе, еще больше затягиваете узлы майи на себе. То есть, когда вы пришли, вы уже были обусловлены. Тем не менее, не настолько, насколько вы стали обусловлены с течением времени. То же самое говорит Бхактивинода Тхакур в Киртане. Этот Киртан на Бенгале, и в нем Бхактивинода Тхакур говорит: что люди получают образование, потом они становятся уважаемыми в обществе, но не сомневайтесь, что это образование лишь чинит вам проблемы, лишь приносит трудности в вашу жизнь. Поскольку материальное образование — это лишь влияние майя, это майя. И это препятствие на пути вашего Хари-бхаджана, препятствие в духовной практике. Потому что у вас не будет времени для Хари-бхаджана, вы погрузитесь в материальные вещи. Вначале вы не были женаты, но потом вы женитесь, у вас появляются дети, и все это служит оковами. То есть вы родились, но еще больше обусловили себя тем, что выгрузили себе на спину новые и новые обязанности. Так же, как это делают ослы. Им очень нравится, когда у него на спине какой-то груз. Когда ничего нет, они чувствуют себя некомфортно. Также с ходом жизни джива развивает привязанность, у него возникает влечение к разным материальным вещам. Вы в действительности могли просто совершать Хари-бхаджан. Но зачем-то вы берете на себя так много лишней ответственности. В соответствии с кармой, джива приходит в материальный мир. То есть вначале я сказал, что в сварупе не заложена самсара. Тем не менее, мы приходим на чужую для себя землю.
на иностранную для себя землю. То есть ночью дживы, даже ночью дживы не спят. В материальном мире они зарабатывают деньги и занимаются всякими делами. Их постоянно атакуют различные проблемы. Например, у вас не было денег, и вам пришлось взять кредит в банке. А теперь вы не можете выплатить долги и не можете спать по ночам. То есть вы засыпаете, внезапно просыпаетесь, у вас колотится сердце. Один Махарадж вот так же взял кредит в банке, открыл какую-то медицинскую компанию, потом разорился, не смог выплачивать долг. То есть даже по ночам они не отдыхают из-за своих переживаний. Как я могу выплатить эти долги? Или кто-нибудь угрожает вам, угрожает убить. Вы тоже не можете спать от страха. Обусловленная душа едет на колеснице ума. Ум сравнивается именно с колесницей. Только что, то есть вы можете за секунду достичь Австрии, не надо ни визу, ни паспорт, ни билеты. Ум может моментально оказаться где угодно. И поэтому его сравнивают с колесницей. Можно сесть в колесницу и в следующую секунду оказаться там, где ты хочешь. Так дживы день за днем больше и больше в свою жизнь проблем приглашают, больше и больше накапливают проблем. Кто-то говорит, может сказать, что раз мы обусловлены, такие гуру и вайшнавы также в таком же положении находятся, мы не можем спать, так и они наверняка не могут спать по ночам. В чем разница? Мы едим, они едят, мы спим, они спят. В чем разница? Почему вы утверждаете, что они трансцендентны, что они так возвышены? Я приведу в ответ один пример. Если вы думаете, что гуру и вайшнавы одинаковые, если вы думаете, что обычные люди и гуру и вайшнавы абсолютно одинаковые, Госвами утверждает, что чистый преданный не связан оковами материального мира, хотя с внешней точки зрения кажется, что они непосредственно находятся здесь. Но это лишь внешнее. На самом деле они никак не связаны этим миром. Они за его пределами. Но как же? Возникает вопрос. Так вот, пример. Один офицер на большой должности, он написал письмо, в конце концов написал адрес, куда она должна, когда она адресовалась, кто-то зашел и спрашивает, что ты тут делаешь? Кому? Я пишу письмо. Кому? Брату. Он подписал и вручил это письмо этому человеку. Он куда-то шел, и тот попросил, пожалуйста, по пути забрось в... занеси на почту, забрось в почтовый ящик это письмо. Человеку, посмотрев на адрес, удивился. О,
твой брат в тюрьме? То есть там было написано, что это письмо назначается Прадип Чакравати, центральная алипурская тюрьма, Калькутта 27. О, что он сделал? Почему его посадили? А офицер засмеялся. Да, он действительно там находится. Тем не менее, он не заключенный. Он директор этой тюрьмы. То есть, понимаете разницу? Есть заключенные, есть директор тюрьмы, заведующий тюрьмы. То есть и люди часто не понимают возвышенное положение вайшнавов, но вы можете проверить их, вы можете посмотреть, как они ведут себя в разных ситуациях и как ведет себя обычный человек. Таким образом, гуру и вайшнавы, абсолютно, их положение абсолютно отлично от положения обычных людей, потому что они изо всех сил всегда стараются помочь нам, освободить нас. Ведь они, их сердце болит за нас, что вот эти обусловленные души навсегда, они тут никак не могут выйти из-под влияния майя, страдают тут. Именно поэтому они рассказывают харикатху, проводят киртан, совершают дхама парикраму. Зачем они это делают? Посмотрите, все представители нашей гуру варги делают это. Кешава Госвами Махарадж, Прабхупад, все. Мадава Госвами Махарадж. Бона Госвами Махарадж так много проповедовал. Итак, дхама парикрама очень особенна, потому что благодаря ей мы можем задействовать в дхама парикраме все наши органы чувств. Допустим, вы исполняете какое-то служение, вы задействуете какой-то один-два органа чувств, но когда вы начинаете дхама парикраму, вы должны задействовать практически все органы чувств. К примеру, глаза, уши, потому что нужно слушать харикатху от гуру вайшнавов. Необходимо применять ум и разум для того, чтобы понять. Хоть наш ум материальным, тем не менее, мы пытаемся постичь эти духовные темы. Наши ноги идут, а руками мы берем пыль, умощаем свою голову ей. То есть практически все органы чувств могут быть задействованы в дхамма парикраме. Именно поэтому она так эффективна. Да даже если Бхагаван не готов простить вас за ваши предыдущие апарадхи, оскорбления, что делать в таком случае? Необходимо принять прибежище дхамы, воспользоваться таким преимуществом дхама парикрама, потому что дхама — это Баладева Татва. И благодаря милости Баладева Кришна обязан будет пролить на вас милость и простить. Именно поэтому представители нашей гуру варги постоянно проводили выставки, устраивали программы с харикатхой. А Кешава Госвами Махарадж устраивал даже парикраму в Южной Индии, да и в Северной Индии, и в Бадринатхе, и Кедранатхе ходили. Потому что парикрама увеличивает сознание. Действительно, другого выхода-то и нет. Иначе что будет обусловленная душа делать? Будет сидеть, заниматься ерундой, спать, есть. Один очень значимый момент. Мы знаем,
что бхакти — это сваруп шакти Бхагавана. Так как же для обусловленной души возможно обрести ее, обрести бхакти? И как возможно практиковать нашими материальными чувствами, органами чувств? Садхана-бхакти, бхава-бхакти и према-бхакти. Садхана-бхакти — это то, что мы пытаемся делать сейчас под руководством Гуру и Вайшнавов. Тем не менее, сваруп-шакти является внутренней энергией Бхагавана. Поэтому как возможно, чтобы сваруп-шакти снизошла ко мне и помогла мне? Это главная проблема, главный вопрос. Когда вы практикуете для того, чтобы продвигаться, когда вы практикуете под руководством Гуру и Вайшнавов, происходит крити садхья, садхабхава. То есть вы пытаетесь обрести бхаву, вы практикуете крити садхья, бхава, садхья. То есть когда вы практикуете, это называется садханой. Но одной лишь садханой вы не сможете достичь бхакти, обрести бхакти. Кришна родился в темнице Камса. Но это совершенно не значит, что Васудева и Деваки родили Кришну. Кришна явился сам. Солнце восходит на востоке. Каждый знает об этом. Тем не менее, это не означает, что восток порождает солнце. Эти примеры показывают, что для каждой дживы, находится бхакти. В каждой дживе есть бхакти. Естественным образом оно заложено в ней, поскольку бхакти — это естественная функция души. Тем не менее, сейчас она в спящем состоянии. Все, что необходимо сделать дживе, обнаружить это бхакти в себе, пробудить его. Я ищу, 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 и в конце концов нахожу его в себе. Главное — найти это бхакти. Но как найти? Вот в этом главный вопрос. То есть садхана необходима. Тем не менее, это не означает, что вы можете создать в себе бхакти. Благодаря, тем не менее, практике и анугатхе,
общение с гуру и вайшнавами, когда у вас нет вкуса, но вы все равно делаете, потому что гуру и вайшнавы сказали это делать, вы поете киртаны, вы слушаете харикатху. Но, к примеру, то, как вы это делаете, не одинаково с тем, как это делает какой-то возвышенный саду. Когда вы слушаете харикатху, это не то же самое, как ее слушал Шрила Бхактисиддханта Госвами Махарадж. Потому что для вас слушание харикатхи — это разновидность садана бхакти. Вы практикуете, практикуетесь. Но если бы здесь находился чистый преданный и слушал харикатху, он бы видел перед собой непосредственно Бхагавана в этой харикатхе. Видя, слушая харикатху, чистый преданный видит, непосредственно видит лилы Бхагавана. Он в своем сердце наблюдает Бхагавана. То есть харикатха наделяет преданного и премой, и дает какие-то экстатические чувства. То есть, когда вы слушаете харикатху, это нечто совершенно другое от того, что слышит чистый преданный. Но тем не менее, мы хоть и не испытываем вкуса, все равно слушаемся гуру и вайшнавов и практикуемся, мы слушаем харикатху. И когда гуру и вайшнавы в один день станут удовлетворены нашей практикой, нашими стараниями и благословят нас, или Бхагаван станет доволен нами, Сваруп Шакти проявится в нашем сердце. Джава Госвами Пад объясняет, что не в силах обусловленной души пригласить Сваруп Шакти или силы привлечь ее в свое сердце. Сваруп Шакти может проявиться в вашем сердце лишь по милости чистого преданного. И как я позавчера говорил, материя никак не связана с вашей атмой. Все, что окружает вас, несмотря на то, что мы чувствуем к этому влечение или отвержение, не имеет ничего общего с нашей душой, с нашей атмой. Вы можете сказать, я не могу без этого жить, или без этого человека, или без этого объекта. Вы чувствуете единство с этим предметом. Тем не менее, материя не имеет ничего общего с атмой. Но из-за обусловленного состояния дживы она испытывает единство с материей. Ей кажется, что она не может выжить, что муж не может выжить без жены. Я знаю на личном опыте, это, возможно, 35-40 лет назад, я шел по улице в Калькутте. Знаете, Далауси сквер? Это место в центре. Я хотел срезать, пойти по короткому пути. И получилось так, что я шел мимо рынка. Там ругались люди. Я увидел, что пожилой человек разговаривал по телефону и внезапно упал. У него произошел сердечный приступ. Он, но в действительности, за пять минут до этого приступа он услышал по телефону, что он лишился 60 лакхов рупий. То есть в один момент он лишился этой суммы, и потому что что-то обанкротилось. И
Как только он осознал то, что он лишился этой суммы, он подумал, что он лишился жизни, что он умер. То есть у него было столько, он так отождествлял эти деньги с собой, что подумал, что пришел конец его жизни. То есть попытайтесь понять это. В большей или меньшей степени все обусловленные души, может, 90%, у кого-то на 90%, у кого-то на 80% остается это. Тем не менее, материальная связь остается. Мукты, лишь мукты полностью освободились от чувства единения с материей. Ум, сердце чувствует единство с материей и дает определенное, откладывает определенное впечатление в вашем мозгу, что вы не можете жить без этой материи. Но если вы испытываете, вы чувствуете родство с материей, почему вы не чувствуете это родство со Сварупшакти? Сварупшакти проявляется по милости гуру Вайшнавов и по своей воле может прийти к нам, по их воле может прийти в наше сердце и оказать влияние на наши органы чувств, на мой ум. И тогда ум хочет бежать на парикраму, хочет смотреть на храмы, на йога-питх, уши хотят слушать харикатху, то есть автоматически это происходит. То есть по милости Гуру Вайшнава в сердце проявляется Сварупшакти, и по ее милости, благодаря ее помощи, благодаря ее влиянию, мы испытываем единение с ней. Испытываем чувство родства, чувство единения с ней, что мы едины. Мы хотим слушать о Бхагаване, хотим слушать киртаны. Несмотря на то, что мы обусловлены, у нас есть шанс. То есть все это возможно. Сам Рупа Госвами говорит, что это возможно. Бхакти означает сева, то есть мотив совершать служение, желание совершать служение. То есть, если вы будете продолжать совершать садхана бхакти, не сегодня, так завтра вы обретете милость гуру и вайшнавов, и тогда сваруп шакти войдет в ваше сердце, и вы почувствуете вдохновение совершать еще больше и больше служения. День за днем ваш интерес будет увеличиваться, и вы не будете понимать, почему. Год назад мне не особо-то все это было интересно, но теперь у меня так все это интересно, потому что вы развиваетесь. То же самое сказал наш Санатана Госвами в Брихат Бхагаватамрите. Кришна бхакти шудха панат, дехо дойхи ко висрите. Кришна бхакти шудха панат, дехо дойхи ко висрите. Тесам панчобхотик дехо пи сачидананда рупа. Санатана Госвами пад confirm in Брихат Бхагаватамрите. When you are Кришна бхакти шудха панат, all the devotional. В этой шлоке говорится, что если вы слушаете харикатху,
которая является амритой в действительности. Вы слушаете нектарную харикатху, слушайте о Кришна-бхакти вновь и вновь. Благодаря этому происходит Кришна-бхакти-сударпанам. Вы забываете о теле и всем, что с ним связано. Это происходит автоматически. Конечно, Бхактивинод Такур не думал о своих землях, о собственности в Калькутте. Но все это спонтанно в действительности происходит. Спонтанно, то есть естественным образом вы забудете о теле и все, что с ним связано. И тела чистых преданных в действительности Сат-Чит-Ананда. Нельзя думать о своем гуру как о том, кто состоит, чье тело состоит из материи, из крови, плоти. Тело вайшнав трансцендентное. Так, Дхамма Парикрама настолько важна, что она дает нам особые возможности. Она дает нам особые силы, так что мы можем идти под палящим солнцем, развивая смирение, терпение. Может быть, прежде мы не ходили километра пешком. Я вот могу сейчас остановить харикатху и пойти 40 километров пройти. Запросто. Потому что я привык. То есть это в действительности вопрос практики. К этому легко можно привыкнуть. И я не привык наслаждаться. Потому что я знаю, что наслаждение повлекут за собой проблемы. Я привык к суровым условиям, к холоду, к жаре. У меня кондиционер в сердце. Вам надо отдельный на стене кондиционер. А у меня он в сердце. Те, кто следует брахмачарье, их тело приспосабливается к жаре, к холоду и не доставляет никаких проблем. Такое могущество появляется у преданных благодаря практике. То есть обо всем этом мы вынуждены были поговорить, чтобы вы осознали, что такое бхакти, иначе возникло бы много вопросов, как мы вообще можем практиковать и достичь вкуса. То есть то, что мы сейчас делаем, это садхана, которая приглашает Сваруп Шакти. По своей милости, по беспричинной милости, Бхакти Деви нисходит к нам по милости Гуру и Вайшнавов. Итак, мы обсуждали парикраму Гауранги Махапрабху, что Махапрабху испытывал на Говардхане, когда он был на Радха-кунде, Шьяма-кунде. Он чувствовал единение с этими святыми местами, единство. Ведь Вриндаван — это естественно, потому что Вриндаван отличен от Кришны, а Кришна — это Махапрабху — это сам Кришна. Если вы идете на парикраму, и при этом думаете о различных проблемах, думаете о том, как жарко или как хочется есть, пить. Парикрама такая далеко не совершенна. Необходимо развивать терпение. Когда вы идете, ноги могут пронзать, камни могут пронзать ноги, колючки впиваться в ноги. Тем не менее, мы должны терпеть.
все это способствует развитию терпения и развитию бхакти. Во время парикрамы у вас есть возможность предлагать поклоны, дандават пранамы, или просто поклоны, когда вы касаетесь пятью частями тела, земли. То есть в парикрам можно вовлечь практически все органы чувств. Именно поэтому столько преимуществ от совершения Дхамма Парикрама. И Рупа Санатана, и Санатан Госвами также совершали парикраму. Тем не менее, их парикрама — это садхья, но не садана. Для нас это садана. Но когда Санатан Госвами совершал парикраму, он повсюду видел Шринаджа Махараджа. То есть суть в том, что для нас это садана, потому что это тот процесс, с помощью которого мы достигаем цели. А для них парикрама — это уже их цель. Они давно достигли ее. Когда парикрама даже когда Махапрабху завершил парикраму, когда он уже обошел все леса Браджа, он не хотел уходить, он хотел остаться во Врадже. Однажды он бросился в Ямуну, в глубокие воды Ямуны, и замер, лишился сознания. Кришна Дас и Браджаваси схватили его, бросились в воду, схватили Махапрабху. Валабхадра стал очень переживать. Махапрабху так погружается в свои чувства, что он в любой момент может сделать все, что угодно. Он может броситься в воду, и никто не спасет его. Я уже стар и не могу постоянно присматривать за ним. И тогда преданные собрались, чтобы решить этот вопрос, когда Махапрабху не было рядом. Кришнадас, Саунулия Браман приняли, то есть собрались, чтобы принять решение, что делать. Валабхадра сказал: «Думаю, что будет лучше, чтобы Махапрабху покинул Вриндаван, потому что Вриндаван постоянно пробуждает в нем такие глубокие чувства, что мы что он не может контролировать себя, и никто не может контролировать его». Поэтому, парикрама, так как парикрама уже завершена, будет правильно увести Махапрабху отсюда. Но Махапрабху не хотел уходить, ведь это его вечный обитель. Когда преданные сказали Махапрабху, что мы должны сейчас уйти отсюда, Махапрабху очень расстроился, ему стало очень больно, я не хочу уходить. Тем не менее, преданные настаивали: если мы сейчас пойдем, мы пойдем в Аллахабад, и там примем омовение в слиянии трех священных рек, Ганга, Ямуна, Сарасвати. Как раз наступал особый день Макар-Санкартни, когда очень благоприятно принимать там омовение. Итак, Махапрабху, если мы сейчас выйдем, то мы дойдем к этому дню как раз к Аллахабаду. Но Махапрабху не соглашался. Как хотите, вы идите, а я останусь. Тогда Махапрабху и Кришнадас сказали: мы без тебя не пойдем. Пойдем с тобой. И тогда Махапрабху все-таки согласился и пошел. Махапрабху шел впереди, потому что он шел очень быстро. Когда Махапрабху достиг Гакул-Махавана, как раз на Гакул-Махаване и был выход из Браджа. There Mahaprabhu here
И там, в Гокул Махаване, он услышал пение павлинов, крики павлинов. Внезапно какой-то пастушок заиграл на флейте. Не знаю, как сейчас, но раньше все пастушки носили с собой флейту. Итак, когда он заиграл, Махапрабху упал в обморок, лишился сознания. Он думал, Кришна зовет меня. Абсолютно лишенное сознание, у него изо рта пошла пена. Было похоже, как будто он очень сильно болен, тем не менее он был переполнен экстазом. Между тем пришел мусульманин на лошади, приехал, увидел эту картину, этого высокого, золотокожего Махапрабху. Рядом были бенгальские преданные и браджаваси, окружившие Махапрабху. Он спустился с лошади и сказал, мы сейчас вас посадим, потому что вы, похоже, его решили обокрасть и что-то с ним сделали, что ему так плохо. И сейчас я вас убью за то, что вы с ним так поступили. Преданные затряслись. Но Кришнадаса Браджаваси очень умный, закричал на него. Ты хоть знаешь, кто я такой? Если я сейчас закричу, сотня всадников прибежит сюда, прискачет сюда и убьют тебя. Потому что Кришна был очень умный. А то есть человек испугался. То есть так они переговаривались, а тем временем Махапрабху очнулся. Он сел, и мусульманин сказал, ты прекрасный саньяси, проверь, все ли у тебя на месте, они, похоже, хотели тебя убить. А Махапрабху ответил, «Прабху, у меня абсолютно ничего нет. Это мои друзья, они заботятся обо мне». То есть этот мусульманин хотел их связать и в тюрьму увезти или что-то подобное, но Махапрабху вовремя очнулся и не дал этому случиться. И Махапрабху продолжил свой путь, а преданные шли за ним. Махапрабху шел очень быстро, просто бежал до Аллахабада, они шли без остановок, приняли омовение. То есть Махапрабху не хотел уходить в Раджадхаму, у него была такая глубокая привязанность. Итак, я хотел сказать, что в прошлый раз я ошибся и перепутал имя Риши. Его звали Сандинья Риши. Когда Юдхиштир Махарадж и Панча Пандавы уехали, они назначили Парикшит Махараджа. То есть не уехали, я имею в виду, когда они приняли решение удалиться от дел, они назначили Парикшит Махараджа правителем этой земли. Брайджадам, Брайджадам,
А Парикшит Махарадж, как я уже рассказывал, Баджранабх был назначен царем Матхуры. Тем не менее, он был очень озадачен, потому что это было заброшенное место, там был густой лес, и почти практически никто не жил. Несмотря на то, что это было место Кришны, очень важное, значимое место, место, где происходили лилы Господа. По наставлению тогда Парикшит Махарадж дал наставление Баджранабхе восстановить все священные места, и по помощи Сандили и Муни он это сделал. Сандили и Муни сказал, что если ты будешь изучать шастры, прибегнешь к помощи шастр, по милости Кришны, ты сможешь отыскать все священные места. Если ты только поищешь их, если ты возьмешься за это служение. Итак, при помощи Сандиня Муни ежедневно они искали по шастрам, отыскивали эти священные места. То есть я рассказывал вам, что Махапрабху второй раз уже нашел Радхакунду Шьямакунду. А до этого, то есть, потому что между этими событиями прошел большой отрезок времени. This way, by the advice of Sandila Muni, Sandila Rishi, by the advice of Sandila Rishi, Bajranava took charge. He was very enthusiastic moon. Bajranava going there, a different. То есть Сандила Муни, именно он вдохновил Баджранабху на поиски этих священных мест. And he discovered everything. В конце концов он отыскал все эти места. От примера Говинда Дев, который сейчас находится в Джайпуре. Вы не знаете его? Рада Говинда Джи. Баладев Джи, Шрина Джи, Харидев Джи. Все они были установлены Баджранабхой. Он хотел устанавливать различные божества в священных местах. Но из-за природных явлений и разных событий, все, что храмы, которые он строил, ушли под землю и были разрушены с течением времени. Когда-то, возможно, были землетрясения, когда-то какие-то природные бедствия. Храм были разрушены. Я же говорил о том, как Мадхавендра Пурипат открыл. То есть откопал божество Шринаджа, и это как раз Браджранабх установил его. В этом киртане говорится, что по желанию Махапрабху шесть госвами возродили священные места. Они денно и ночно искали их для того, чтобы исполнить наставление читания Махапрабху. Также они отыскивали информацию в шастрах
ходили, путешествовали, отыскивали их, затем подсчитывали, точно ли это то место. До этого Вриндаван был практически заброшенным местом. И только по милости Шад Госвами мы знаем, где какое святое место, где какие лилы проходили. Чайтанья-чаритамрите сказано, как Махапрабху дал наставление Санатане отыскать места игр Господа. Махапрабху приказал Санатане Госвами составить смрити шастры, написать правила и предписания для преданных, а затем открыть священные места игр Господа. Рупа Госвамипаду Махапрабху поручил особое служение составить шастру. Также он составил Сиддханта. А в процессе Джива Госвамипад, понимая, какие трудности могут возникнуть в сообществе, как защитить, как в обществе защищать Сиддханту, он написал шастры. С завтрашнего дня я буду рассказывать о Говиндадеве, Радарамане, Гопинатхе, Гокуланде, о том, а затем мы пойдем в Бутешвар Махадев для того, чтобы принять обет с Санкалпу Парикрама. И также я расскажу о том, что возвращаться не совсем.